Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A1. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс всех настроек данного устройства. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Расширенные дополнительные настройки». Здесь мы выбираем «Создать резервную копию», «Перезагрузить». И далее выбираем «Сбросить настройки телефона» и нажимаем «Удалить все данные». Нажимаем «Удалить все данные», «Удалить все данные» и ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.